Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе двухкомнатную квартиру по очень хорошей цене. Срочная продажа на первом этаже проекта. Из инфраструктуры присутствует такой просторный бассейн. Впереди есть беседка. Также отсюда есть выход. Рядом присутствует у нас вторичный рынок, маркеты и тому подобное. Вот такой просторный бассейн. Также присутствует детский бассейн, зонтики, шезлонги. Вот наше здание. Проекту где-то 7-8 лет. Так, расстояние от моего места до моря 453 метра максимум. Так, есть открытая парковка снаружи. Вот такой тут проход. Так, идем. А что, так долго буду ходить? Все, вот это выход и вход. Так, вот наша дверь, здесь маленький ухоженный сад, там ворота, машина въезжает в резиденцию. Входим в резиденцию, вот здесь лестничная площадка такая, также есть дорожка для коляски. Присутствует два лифта. Вот такая просторная площадка первого этажа. На этаже 1, 2, 3, 4, 5 квартир. Вот наша квартира. Здесь 70 квадратных метров. Брутто. Жилая площадь 58 квадратных метров. Продается в таком виде, желательно купить новую мебель, но пойдет, можно пользоваться. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. Вот такая душевая кабинка. Здесь у нас спальня. Где-то 8 квадратных метров. Встроенный шкаф платяной. Стоит кондиционер фирмы Beko, старенький. И совмещенная кухня-гостиная. Нужно купить бытовую технику и переехать жить. Вроде духовка Kumtel. Ну, советую все поменять. Вытяжку можно оставить. Вот такая квартирка. Вот такой вид с балкона. Просторный балкон. Такой просторный балкон. Двойные окна. Покажу. Пластика, шумоизоляция есть. Ага, хочу подвести итог. Значит, проекту 7-8 лет. Расстояние от моего места до моря 450 метров. Первый этаж. Цена этой квартиры 46 500 евро. Срочная продажа. Если вам понравился этот ролик, эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Кто ищет недвижимость в Турции, а именно хочет купить квартиру в Алании, поможем, чем можем. У нас большой портфель. Также есть телеграм-канал, который называется Hot Alania. Номер указан в описании, также в ролике. Пишите на Telegram, WhatsApp, Viber. Также можете позвонить. С вами был Агасий из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.